Яскрава, сонечна і па-танцавальнаму правялі дзень здароўя навучэнцы Магілёўскага медыцынскага каледжу. Традыцыйнае свята з конкурсамі і спартыўнымі спаборніцтвамі на гэты раз ператварылася яшчэ ў падарунак для Магілёва. Перад тым, як раз'ехацца па Беларусі на летнія канікулы, яны вырашылі ўзяць удзел у флэшмобе на 400 чалавек. Аднолькавыя рухі, воплескі ва ўнісон і ўсё праз элементы ранішняй гімнастыкі. 14 груп каледжа практыкаваліся не раз, каб падрыхтаваць юбіляру Магілёву танцавальны прэзент. У 400 навучэнцаў на свежым паветры ўсё добра атрымалася. Далей гульні, забавы і толькі сонечны настрой. Сейчас, што вы делаете? Мы играем ногі. То есть суть заключается в том, что человек должен дотронуться до моей ноги, и я этой же ногой должна дотронуться до ноги оппонента. Это весело. Просто воздух, отдыхаем, отвлекаемся от пар в преддверии сессии и практики. Это здоровье, это воздух, это вообще расслабиться, отдохнуть и провести хорошо время в кругу друзей. Очень круто, редко выхожу вообще на природу. Сегодня такой день, который яркий, солнечный, очень классно. Другакурснік Роман не утрымаўся нават пасля начной змены. Практыку праходзіць у анкадиспансеры. Пропустить свята, кажа, не змог. По первому курсу, по практике, я знаю, что здесь очень здорово, здесь классно. Так как еще в прошлом году нам удалось занять все-таки первое место. Поэтому я захотел побывать здесь еще раз. Будучым медыкам пашчасціла і з надвор'ем. Разам з пазітывам, фізічнай бадзёрасцю і прыродай, што можа быць лепш? Хотели подарить позитив детям, подарить настоящий праздник, чтобы они запомнили его на долгие годы, разъедутся в разные регионы нашей родной Беларуси, но праздник останется в сердцах на долгие годы. Я думаю, это будет так. Всем здоровья, позитива, улыбок и побольше таких солнечных дней. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.